День добрый, на связи Амкабаски. Сегодня мы продолжаем проходить GTA 3, это 34-я часть. И сегодня мы с вами, как ни странно, отправимся наконец-то проходить сюжетные миссии, коих осталось совсем немного. Так что начнем с вами с Дональда. У него там осталось, по-моему, 2-3 миссии, и последняя это вообще, по-моему, не совсем миссия. А потом допройдем миссию Асуки, и появится последняя финальная миссия на Форсайт Вэлли. Неужели, правда? Фу, какая возможность будет хорошая отдохнуть от этих рекордов, вы просто не представляете, как я устал. Такое способно просто до эмоционального выгорания. Я так счастлив, я так рад, что мы это первым сделали. Мы их поставили. Надеюсь, это будет рекорд на века, который никто не побьет. Но в любом случае держаться они будут очень долго. Но я могу сказать, что ни один наш рекорд побит не был. У меня есть все основания полагать, что эти рекорды тоже побиты не будут. А если побьют, мы можем это исправить. Всегда, запросто. Чистый запрет. Так, Дональд. О, полегче. Эскорт. You are proving to be a safe investment, a rare thing in these days of falsehood. My Oriental friend will need an escort while he takes my latest acquisition to be authenticated. I want you to follow him and make sure both he and my package get to Pike Creek unharmed. Угу. Окей. Это этот самый... А. Мне нужна тачка. Ну, это самое быстрое, что я вижу здесь. Поехали. Значит, этот чувак не просто тренер, но его личный помощник. Ну, собственно, как и мы, только более, я бы сказал, да, близкий к нему. То есть он давно занимается, вот тот ему доверяет свои тренировки. С этой тренировки точно он все. Так, вот этот лимузин меня что-то смущает. Он стоял, поехал за ним. Ну ладно. Спасибо. Пока что. Чисто. Еще тут что-то перестраивается. О, убийца. Сейчас разберемся. У нас уже огромный опыт в прошлой части подобного, так что рвались. Ва-ва-ва, что-то не пришли. А, они сейчас стреляют, стреляют. Он через туннель, что ли? Да. Чего он сам-то? Чувак, ты дебил. Надо тут не перестраховаться. Побиты, не взорвиться. Ну, обошлось. Так, а здесь уже можно взять напряжение. Если тут вообще кто-то будет стоять. Ну что-то тебе подсказывает, что могут. Запросто. Но я пока никого не вижу. Ну да, тут уже поспокойнее. Ignore
Сестра Стоун. Угу, он самый. Ну тут пока безопасно. Ты не застрял? Да нет, прислуга. Это хорошо. Угу. Тут тоже безопасно. Наверное, прямо. Лучше подождать. Прямо, да? Нет, не прямо. Надеюсь, это все не получится. Пока не прикручен. Это хорошо. Будем агрессивны. Хотя хз, агрессивно не агрессивно. Нас сверху встречать не будет. Я не вижу. Сверху не вижу. А вот тут вижу. Нет, все-таки встречали сверху. Ну все, панклик. Вау! Занят. 40 тысяч, по-моему, да? Ну или 4. Ой, вроде как да. Смахнул Дода. Как раз может быть потренироваться в полетах. Я почитал одну статейку по поводу управления. Вспомнил, что и как. Слышал так. Поэтому сейчас, я думаю, если все правильно будет делать, мы на нем сможем летать. Ну как, ну тогда можно просто кое-как информацию получить. На самом деле управлять им не так уж сложно. Просто есть несколько принципов, которых надо придерживаться. Вау. Сейчас на звук перейти. Ошибка не видит. Ага, защита сделана. Чувак что-то не так написал, либо я что-то так сделал. Потому что раньше мы летали гораздо лучше. Нет, то там было написано, что как мы должны... Блин, здесь прикрикнул, ну ладно.
что мы должны были что сделать? Взлететь вот так вот, как мы взлетали. Да, вниз зажимаешь, он взлетает. Когда мы взлетели, мы должны отпустить газ, ну, то бишь В, и ничего не жать. И тогда он будет лететь прямо. Ну, на шестерку можно, надо его поднимать. Хотя она опускает. Но сразу хочу сказать, что это не статья, а развод. В том плане, что специально потратили замахать людей. Не похож, по крайней мере, на это. Ну, не знаю. Мы сделали все по инструкции. Похоже, какой-то намахал его. Сам потом потренируюсь. Потому что я посчитал, по моим расчетам, сегодня будет предпоследняя часть по миссиям, по сюжету. Следующая часть будет последней, где мы пройдем всего лишь одну миссию с концовкой игры. А потом будет, возможно, ну как, я планировал сделать, я сделаю видео на тему города призраков, как туда попасть. Вот как раз к этому времени и посчитаю. Разбираюсь, значит, посчитаю, скорее. А опытным путем установлю, как лучше это сделать. Потому что раньше, я помню, я летал. Это заняло львиную долю времени за нас, что и как опытным путем не с первой попытки, но тем не менее. Неси смысл. Нормально. А, карманец. Сейчас я помогу. Тут нет бонуса, как бы там висеть. Нет. Тачку дайте. Ладно, тут недалеко. Тачку дай. Тут недалеко. Что у него с ногами? А зачем? А, за оружием, да. Ну и битва для коллекции. Хотя не так уж она и нужна. Чувак не контролирует свои ноги. Сейчас Дональда пройдем, там, по-моему, еще одна миссия с ним. Ну и одна не совсем миссия. Сколько это миссия? Я чуть кружку не перевернул. Дала нам. 96. Приманка. A lesson in business, my friend. If you have a unique commodity, the world and his wife will try to wrestle it from your grasp, even if they have little understanding as to its true value. SWAT teams have cordoned off the area around my associate in the package. Get over there, pick up the van, and act as a decoy. Keep them busy, and he should make good his escape. Mm-hmm. Прикольный чувак, мне нравится. Дональд. Угу. Чисто расчет такой, даже не расчет такой, а чисто логика. Рассудить на что рассудить, если ничего личного чисто не здесь. Так, сейчас нам опять ехать в Пайп Крик. Там, по-моему, 90 надо будет колесить, привезти, что-то теплее. Только здесь не врубает сигнализация. Тут сигнализация, мигалка. Быстрее будет.
хорошо. Непонятно, почему его нельзя было взять в другом месте. Мы должны сразу там же и пройти. Ну и специально должны делать крюк туда сюда, чтобы прицелить геймплей. Ну что-то типа. Ну это не точно. Сам так лучше. Пипец. Ну, по крайней мере, это не танки. Пипец, блядь, на это безумие. Сейчас проверим. Сто восемь. А, это уже шесть. 95, 96. Ну ладно. Так, осталось последнее задание у Дональда Лау. Вот эти совсем задания. В общем, приедете и все увидите. Тачку надо взять. Надписи такие, это не уникальность этой тачки.
Я даже не бросил. Че, он драться собралась? Лоль. Угу. Исчезновение лава. Вот и все. Вся миссия. Довольно странно. Сейчас посмотрим, процент это дало. Да, дало. На самом деле миссия загадка до сих пор не разгадана, что бы это значило. Но, как вы догадываетесь, лав исчез. Показали пустую шкатулку, содержимое ее нам не показывали, но возможно, ну, судя по всему, там хранилось что-то ценное. Возможно, это как-то связано со всеми этими грузами. История умалчивает, что произошло. Убили его, свалил он куда-то. Задержали его, допустим, или стволи вычислили. Еще что-то неизвестно. История умалчивает. Так что, видать, может долго, но правда не узнаю. По-моему, должна была быть изначально в игре миссия от кого-то, что надо убить Дональда. Но миссия была вырезана. Возможно, его кто-то убил. Чтобы врагов не хватало, понимаете. Но это не точно. Сахар больно был. Потому что есть. Очень известно. Теперь уже. Поэтому идем к этим Сиасуки. Их тоже не надо. Тоже это так же надо. Я так полагаю, эту миссию добавили специально, чтобы объяснить, куда он пропал. Ну, даже не объяснить, куда он пропал. А чтобы была какая-то некая логичная завершенность. Блин, тебе честь подорвали мое горло. Агась. Наживка. Miguel seems to think I'm mistreating him. Still, he's revealed the extent to which Catalina fears your quest for revenge. She has three death squads dotted around Liberty, whose sole job is to hunt you down. Act as the bait and get the death squads to follow you to Pike Creek, where some of my men will be waiting for them. Да ладно, я сам могу с ними разобраться. Как-то по-японски. А, убита. Не, ну а если я сам с ними разберусь? Эту миссию завалит? Будет прикольно. Ошибка там. А, миссия провальна. Вы убили тех, кого вам надо было убить. Причина. Вала. Да давай едь. Они принципиально его сделали не быстро. Ну, я особо быстро сделал. Так. Я могу предположить, что все они трое встал. Сейчас отлично находится. Пау! Безумный трюк я выполнил, если. А в чем он заключался? Звали старика? Да, стоп! Блин.
Весело. Кипец. Essa é a samba. Ah, ó. Ah, não é pra iniciar. Пипец! Пипец, я же говорил, что ее провалят. Это пипец. Кто это придумал? То есть, логика задания. Тебя хотят убить. Мы тут сделали засаду, чтобы проще было тебе с ними разобраться. Окей, вы молодцы, конечно, вам спасибо, но я сам с ними справлюсь, я сам достаточно. А кто сволочь, что их убил, тебе должен быть нашу ловушку? Чё, где здесь логика? То, что сейчас было, это одно из самых тупых, что я когда-либо видел. Каждый, кто посмотрел это видео, отупел после этого. Это пипец. Не, это они серьезно. Теперь опять ехать, брать задание. Потом ехать туда, опять их возя. Ладно. Сейчас пройдем. Я надеюсь. А тут всего 152 монеты. 32, да, где-то что-то. Это все мелочи. Это мы видели. Этой миссии зашкаливает. Могли хотя бы надпись добавить или как-то обосновать это, например, чтобы сейчас пошли, дай мне. Давай как-нибудь это обосновать, например. Ты должен убивать их лично, чтобы там не запалить себя, там, или не оставлять улик, то есть, допустим, Каталина должна думать, что они там исчезли. А так мы всем здесь, что ты их убил, значит, там что-то еще больше. Ну, блин, придумать, чего можно с чего угодно. На самом деле.
оттуда они меня разочаровали. Причем надо ждать, все убито, 0, там 4, там 8, 12 было. Почему нельзя тогда как-то по-другому написать? Заманено в ловушку. Убито в ловушке, там, и так далее. Просто, ну реально, как-то... На мой взгляд, Рокстеры здесь немножко просчитались. Можно было бы это сделать как-то более обоснованно. Самое прикольное, что тут все, кто не так не знает. Ага, тут он поднимается. Смогли убить. Блин, половина Якудзи полегло. А потом мне скажут, миссия провальная, все члены Якудзи мертвы, да? А сам я добить их не смогу. Реально, блин. Можно было бы эту миссию продумать как-нибудь получше. Надеюсь, они тут заиспанятся. Надеюсь, надеюсь. Ага, заиспанятся. Эти дебилы. Главное их сюда притащить. Окей. Так, он последний остался и удивился. Вообще нет никакого обоснования, почему мы должны их там убивать. Они могли бы его хотя бы дать. Придумать. Не важно, насколько обоснованное, но оно хотя бы было. Как это вообще морозно? Воу-в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 оу
Чуть не убили. 5000. Мы же не слушаем, чувак. А, 5000.
звука не слышу. Там еще одна или две миссии, по сути, остались. Мы сегодня добьем. Ну, скорее так, одна миссия и там еще одна типа миссия. Ну, как звенит. Ну, это не спойлер. Ну, за бронку ХП я заеду, конечно. А, что там по статистике? 6117, 98. Ну да, Стрейфил до того, еще до того, как это стало мейнстримом, да? Ну, что-то типа того. Ну и сердце взять. Тих. Газеты. А в лужу, если стрелять? Интересно, срач между ними тут еще идет или уже Якуза взяла под контроль эту территорию? Кофе на вынос. Miguel certainly has some of that famous Latin stamina. I'm quite exhausted. We underestimated Catalina's plans for Spank. It reaches far beyond the yard he's selling it on the street corners. The cartel have a front company, the Kappa Coffee House. They've been selling Spank through the street stalls. We have no choice but to put these drug stands out of operation. Smash them to splinters. По-моему, эта баба любит Саду Мазу. Сейчас. Как хорошо. Ты че, подливаю из термоса, то уровень какой. После того, как ты начнешь... Блин, я не прочитал это. Ну, спасибо, Ань, туда. Объедите район города, тысячи кофейной ларьки. После того, как ты начнешь первый ларек, у тебя будет 8 минут, прежде чем картель забьет тревогу. Окей. Окли-докли. Опять же, борьба против наркотрафика. Кстати, помните, мы с вами проходили GTA San Andreas? Отмечали, наверное, что... А где следующий? Я сам искал их, кстати, что ли? Значит, надо было начать поесть по городу. Ну ладно. Есть 8 минут, чтобы найти. А, не буду, да, дистанция нарисовывается. Ладно. Мы с вами рассуждали на тему того, как отражается тема наркотиков в игре и сюжета. Игра осуждает наркоманию. Стимулирует убийство наркоторговцев и прочее, да? А в GTA 5 уже наоборот главный герой может быть там, может наркоманить, да? В GTA 3 мы тут, по сути дела, по сюжету будем смотреть наркоты.
Многие беды здесь с ним ввязываются. На этом слово так меняется ценности. На Дарстан в мире. Ты че, дебил? В Портленде Шарсайт Вэлли. Тачку дайте, нет? То есть туда тоже надо ехать. Погнали. А что с Портлендом? Наверное, подвал. Хорошо, что хоть добавили это уведомление, я думаю, катались. В крике одна. Их же 9, да? Аэропорт чекнуть. Что, чекнем аэропорт? Ну, в реальности место выгодно.
Надо прилетать, прилетать. Мне подсказывают, что, что... Да блин, вы издеваетесь? Времени так много. А, все нашли. Да. Я почему-то думал, что у Саддам печи-то. В этом мы увидели еще, когда там приезжали рядом. Что там еще было? Пришло на нас. А, ну понятно. Это же последнее, да? Губы 106. Yes. Там. Что же сика фильм ларьки? Ты занял около 40 тысяч. Ну и последняя миссия вроде как. И это не совсем миссия. Ты чё? А он-то куда поехал? Я его не толкал. Хочу кое-что проверить. Что сейчас будет? Да, ладно. Окей. Было ваше, стало наше. Do we tighten it some more now, or just wait for it to turn black and fall off? Give it a quick prod. Oh, what is that gooey yellow stuff? Oh, hey, babe. My handyman. I was bored, so I came over to keep Asuka company. She's got the makings of a natural, this girl. She's managed to extract this little gem from our guest. There's a plane coming into Francis International in 2 hours' time. It is full of Catalina's poison. You can avoid airport security by getting a boat out to the runway light buoys and shooting the plane down on its approach. Collect the cargo from the debris and stash it. Oh, you be careful now, okay, baby? Now try the chili oil. Зращуги. А, найди катер. И встань около буя. Без буя нет и... Ладно. Эта точка указывает на катер или нет? Значит, надо бы смотреть сюда. Море не полно еще будет. Да не, не, это катер. Аэропорт не здесь находится. Это не точно. Там вроде как причал есть. Наверное, понял еще. Насчет предпоследней миссии с Катарина. С этой, со Суфи. Да-да-да, все правильно. Что-то пошло не так.
Вырубился. Ладно, тут недалеко. Честно, наверное, думаю, длинный видит, но... Страшно. Надеюсь. Вспомните наше видео по Игрок Парадокс. Там они идут по 2 часа, я даже вышел. Что-то было на 2,5 даже собрать как. Ну ладно, не суть. Катер станет голубым. Да, светаем, все правильно. Кстати, вроде как тут уже больше нет убийцы, если вы обратили внимание. Ну, эти точно. Я повтори, конечно. Чего они вещи тут ходят? Косяк. Жалко, что это где-то касается. Ага. Бэ. Выстрелов. На особо не разгуляешься. Ага. Вот. Какому именно тут их дохрена? Ну да ладно. Типа я здесь. Подожди, пока не поедет, кажется, самолет. Полторы минуты ждать. Эх, как скучно. А. Я что-то его не вижу. Клубиц вижу на берегу. Самолет не вижу. Ну и где он? Заснуть можно. Угу. Чтобы нам мешать, да?
пути. Как бы намекнул, чтобы он отстал от нас. Пожалуйста. Спасибо за эту звезду. Вот задавил. Убили! Это нелегитимно! Це негарно, це не потребно, це зрада. Давайте еще раз пройдем миссию. Опять подождем самолет лет 10, да? Потом окажется, что мы не попали. Пипец, я в шоке. И самое главное, непонятно, кто нас убил. И почему, и с какой стороны стреляли. Третий раз будем проходить. Хоть четвертый, пятый, десятый. Может, сегодня по плану это надо пройти? Значит, мы отсюда пройдем. Следующая часть будет финальной. Но тут не может быть сейчас стрелять. Что издевается? Кстати, лучше тачку там оставить. Чтобы можно было свалить, если она, конечно, не пропадет. Не, все-таки что-то делается потом. Ладно. Мы в деле его вместе. Нас просто подставили. А я миссию без оружия начал. Ну ладно, насчет ракет я еще уверен. А в принципе нам не понадобится. Ну, по крайней мере, не должны. Давай еще пойдем. Как это скучно. Так, это не будет так. А теперь можно поспать, попить чайку и прочее. Пока он найдет. Блин, дойти точнее сюда.
вообще спину. Окей. Что теперь? Ура! Миссия провальная. Еще раз будем ее проходить. Я так рад, я так счастлив, я так рад. Мне есть ты, тупая предпоследняя миссия. Нет, я буду сегодня хоть 10 часов написать, пока я эту миссию не выполню. Но это уже дело принципа. Ты просто нажимаешь, а там хер нарисован. Большой тост на весь экран. Ну, приблизительно так это выглядит. Нисколько без привлечения. Но это нормально. Окей, у нас есть выбор. Нет. Почему мы попали по нему тогда первый раз? Черно-желтая раскраска. Любитель, махай кулаком. Гараж даже не открылся. А что тут я делаю? И в третий раз, да? Это в третий раз? Нет, это четвертый раз. Первый раз мы улетели в воду, когда к причалу подъехали. Во второй раз у нас все получилось, но кто-то нас убил, это даже не то, кто. Наверное, как говорится. И... третий раз вот только что. Сейчас четвертый. Тут сразу вспоминается миссия, ну, даже не миссия, а задание лодочной школы, особенно первое, да? Оно вспоминается, как это сам раз.
Ага. Плак-плак, хмык-хмык. Чё? А! Да, это работает здесь. Только всего два размера. В конце концов, что мне мешает, если, допустим, не получилось туда пробраться с боем, забрать все. Пожалуйста, сказать. Не, не слышу. Бла-бла-бла. Попробуйте поймать. Выкуп. А, это последняя миссия, а то сразу запускается. Угу. Здание выполнено, 45 тысяч. Даже не знаю, кто мне их заплатил. Ну, наверное, наркоту продал. Привет. Не знаю, почему ее не озвучили. Ай. Ну, наверное, это чем-то связано. Да, у нас статистика выходит 99, да, должно быть процент 99. Угу. Ну, погнали тогда куда? Шорсайт Вэлли, там сохранимся. А в следующей части пойдем финальную миссию.
Лесбиянка, значит, католица. Хорошо, пытался не рассказать здесь. Первый это была все-таки GTA 3. GTA San Andreas 6. Вот это та самая миссия, про которую будет достаточно. Но сейчас мы ее делать не будем. Так, активный... А, предпоследний. Почему-то. О, ну ладно. Чуть-чуть оружие не хотел бы я. Сейчас звезд в ряд. Не нужно. Бита есть. Сохранку. Угу. Статистика. Больше 61-92, 99%. Итоги сегодня какие? Итоги следующие. Мы с вами прошли все миссии Дональда Лава и Асуки. А именно, мы помогли Дональду доставить ценный груз Пайн Крик, а потом помогли этот груз... потом помогли отвезти от того места лишнее внимание полиции. Дальше мы пришли на встречу с Дональдом. Что произошло? Неизвестно. Историю это умалчивает. А потом уже мы с вами повидали с Асукой. Она нам поведала, что нас хотят убить отряды Каталина профессиональные. Мы их заманили в ловушку. И отрядов больше не стало. А затем, по выведенной информации, мы перехватили самолет с наркотой. Сбили его, наркоту забрали. Пришли на место и видим следующую картину. Асука мертва, убита Каталиной. Мигель тоже мертв, тоже убит Каталиной. Хотя там тоже история это... Да нет, наверное, все-таки убила Каталину, но просто я про то, что проткнут этой палкой, которую они умучили. Я, может быть, к тому, что могла убить его и Асука, как бы, замучить до смерти. Но все-таки я думаю, что тоже Каталина его убрала. А Марию она похитила. Ну и, соответственно, письмо мы наблюдаем, которое видели. Вот сейчас мы приехали сюда, в Шоссейт-Вэлли. И следующая миссия, вот, битва с Каталиной, точнее, встреча с ней. Встреча с Марией, это будет уже конец игры, последнее задание. Вот такие пока что результаты у нас с вами выходят. На связи был МКБАСКИ, и мы заканчиваем. Всем спасибо за внимание. Увидимся с вами в следующих видео, с вами старым добрым, в следующем канале. Всем пока.